За посадку кедров на территории Пустозерска грозит штраф до 400 тысяч рублей. На территории археологического памятника неизвестный турист посадил два дерева. Руководство историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск сообщило о нарушении в полицию. Несанкционированные посадки у памятного знака на предполагаемом месте сожжения протопопа Аввакума обнаружили две недели назад. Саженцы кедра привез турист из Москвы, личность которого пока не установлена. Мы так понимаем, что он хотел сделать как лучше, сделать, ну, как бы вот, какую-то свою лепту, может быть, нести. Но получилось то, что он нарушил правила посещения Пустозерского городища. Городище Пустозерск – это памятник федерального значения, памятник археологии. И любая деятельность на этой территории, она запрещена. В том числе нельзя и выкапывать растения, нельзя собирать дикоросы, и в то же время нельзя и садить. Сотрудник музея отмечает, несанкционированные работы на ландшафте ведут к разрушению культурного слоя. А это самое ценное на территории археологического памятника. Любое антропогенное влияние может нарушить культурный слой, исторически сложившийся ландшафт. Поэтому в первую очередь охраняется то, что в земле. Сейчас заведено дело. Было написано нашим директором заявление в милицию, и сейчас идет разбирательство. К этому присоединилась прокуратура, так как они тоже очень сильно следят за состоянием памятника и за тем, как соблюдается законодательство в отношении памятника. Но вот пока я вам не готова сказать, потому что еще надо проводить оценку ущерба. За подобное нарушение, согласно Кодексу об административных правонарушениях, неизвестному грозит штраф. Физическое лицо заплатит от 15 до 200 тысяч рублей, юридические лица – от 20 до 400 тысяч.